О ситуации, сложившейся сегодня в экономике России, да и в мировой экономике, о финансовых рынках, можно говорить в очень разных ракурсах, потому что есть глобальная политика, есть такая текущая ситуация, и очень важно разграничивать вот эти варианты. В чем здесь проблема? Вот я могу сказать свое представление о происходящем, но это не значит, что это, ну как бы я воспринимаю это как, ну вот даже в моем плане, что это руководство к действию. Это не так, потому что помимо чистой экономики и финансов, есть еще и проблема глобальных межгосударственных отношений. И есть вопросы, затронув которые, неизбежно мир ввергается в глобальную военную катастрофу, так уже неоднократно было. И не только на уровне глобальных мировых войн, но и судьба многих политиков нам известна, которые затрагивали вот вопросы определенного уровня. Да? Помним прекрасно, как были напечатаны доллары от имени Соединенных Штатов Америки, не от имени Федеральной резервной системы. И помним, что произошло с этим президентом через 3 месяца. Поэтому вот то, о чем я скажу лишь о вопросах, которые не учитывают вот подобного рода проблем. А если вот с таких позиций посмотреть на происходящее в нашей стране в последние десятилетия, то наша экономика абсолютно неразумна. Связано это, ну, не только с тем, что мы полностью легли под доллар, да, там, потому что де-факто мы являемся, конечно же, финансовой колонией, потому что у нас рубль имитируется только под наличный доллар, что абсолютно недопустимо в стране, которая наделена суверенитетом финансовым. Она должна имитировать деньги под запросы собственной промышленности. Ну и поскольку доллар у нас превратился в некий товар, то цена на него, как на гречку, может вот там, так сказать, формироваться. Так же вот гречки нет, все побежали, нам подняли ценник, так и с долларом. В действительности деньги, они не должны быть вот предметом спекуляций. Дело в том, что если говорить о разных функциях денег, то они, в общем-то, в наше время должны быть разнесены и мало связаны друг с другом. То есть вот на сегодня очень много действительно внимания уделяется энергоинварианту. Но я хотел бы сказать о миссии энергоинварианта. Он вовсе не в том, что вот мы думаем, что мы перейдем на энергоинвариант и как-то что-то очень сильно изменится. Это не так. Что такое деньги вообще? Многие считают, что деньги – это кровь экономики, но это неправильно. Кровь экономики – это товарная масса, как бы так сказать. Вот что такое кровь реальной экономики и кровь любого общества. Деньги я скорее сравнил бы, вот их позитивная функция, с вагонами. То есть задача денег – перемещать, значит, товарные потоки, сырьевые потоки, энергетические потоки, вот предоставлять некие вагоны для транспортировки. И вот движение денежной массы, оно должно быть организовано точно так же, как движение вагонов. Вот представьте себе, что, значит, сегодня кто-то накопил вагоны и держит их. Это невыгодно, правильно? Любой человек, кто заказывает вагон, он заказывает его ровно настолько, сколько он ему нужен, а потом он тут же его отдает, потому что ему за простой нужно платить. Вот деньги должны быть организованы примерно так же. То есть они должны сжечь руки. А как они могут сжечь руки? А только тогда, когда у них будет отрицательный судный процент. То есть вот если деньги у тебя остались, то ты должен за это заплатить. Вот если у тебя их нет, то ты ничего не платишь. То есть деньги нужны только тогда, когда они нужны. Вот, к сожалению, сегодня деньги находятся только там, где они не нужны. То есть банкам не нужны деньги, но они все находятся у них. Это точно так же, как сегодня в системе РЖД появился бы некий центральный банк вагонов, да? Он бы все вагоны собрал у себя, вот, и потом начал бы, значит,
организовывать уже по своему усмотрению и предоставление этих вагонов, чтобы было с системой железных дорог. Беда нашей экономики в том, что мы неправильно понимаем сегодня устойчивость нашей валюты в целом. Устойчивость валюты обеспечивается исключительно и только реальной товарной массой, которая производится в стране, и той добавленной стоимостью, которая в стране создается. Вот если посмотреть на добавленную стоимость по странам, там я эти цифры сейчас не помню точно, но для таких ведущих стран мира добавленная стоимость, ну, по крайней мере, в десятки раз выше, чем в нашей стране. То есть мы отдаем весь товар с нулевой добавленной стоимостью. Вот как получили его, там, скажем, нефть, так и передали. А чем глубже переработка, тем мир устроен так, что прибыль формируется только в системе добавленной стоимости. То есть чем выше передел, тем выше цена. И когда вы включаете этот передел, то вы создаете рабочие места. А если у вас передела нет, то нет рабочих мест. Тогда вот обоснованно представление там Маргарет Тэтчер, что в России в перспективе понадобится 15-20 миллионов человек. Если не будет добавленная стоимость формироваться, если мы будем по-прежнему торговать сырьем, то нужны будут только люди, которые вентили открывают, закрывают. И желательно, чтобы они не имели образования, чтобы они там, так сказать, не задумывались о том, что же происходит со страной. И, соответственно, количество их такое же. Поэтому сегодня у нас принцип, вот произошел у нас финансовый кризис. Вот давайте на эту ситуацию посмотрим. Резко обвалился рубль. С чем это связано? Основа-то, глубина этого процесса в чем? Основа в том, что в финансовом секторе у нас возникают самопроизвольно такие прибыли, что реального товара под эти прибыли нет. Просто вот собрались там финансисты все, банкиры, значит, все спекулянты финансового рынка и говорят: о, мы сколько заработали. Так это же бумажки, они заработали, а товаров-то нет. Соответственно, в этом основа тех проблем, которые возникают у нас в экономике. Отрыв доходности финансового сектора и возможности сектора реального производства. И вот когда возник этот кризис, когда рубль значит, обваливается, что мы делаем? Нужно же стратегию менять. Нужно понять, что надо поднимать товарное производство. А как его можно поднять? Его можно поднять, только создав финансовые условия для работы реального сектора, более предпочтительные, чем на Западе. Но на Западе, во всех странах мира сейчас ссудный процент строго равен нулю. Ну, там, может быть, 0,1-0,2%. Ставки по депозитам везде отрицательные. И в Европе, и вот Швейцария недавно сделала отрицательную ставку по депозитам. То есть, если ты деньги принес в банк, то ты должен за это заплатить, за хранение денег. А у нас на сегодня, если ты принес деньги в банк, вот мы недавно кооператив тут создали строительный, и сейчас положили в один из банков на депозит. Вы знаете, сколько нам заплатили? 19% годовых. Но это же анекдот. Вот вы вдумайтесь, что происходит. Значит, если положил деньги в банк, то имеешь 19% годовых, и они еще не налогооблагаемые. А если вы решили вложить эти деньги, допустим, в сельскохозяйственное производство, то вы, первое, будете работать от зари до зари. Второе, общая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в сельского хозяйства в 2013 году, вот там у меня точные данные есть, минус 5% рентабельность без дотаций и 7,1% с учетом дотаций. То есть, если вы с утра до ночи пашете, то вы можете в лучшем случае, если сильно повезет, 7% заработать. И Запад, конечно, в шоке, они не понимают, почему Россия существует до сих пор? Но это же только вот умом Россию не понять, вот этим западным умом. Как человек может заниматься сельским хозяйством, претендуя в лучшем случае на 7%, если ему предлагают в банке 20%, ничего не делая? Лежи на диване и получай 20%, продай всех своих коров, там, так сказать. Но
русский человек иначе устроен. Он понимает, что у него есть дети, у него есть внуки. И если мы потеряем рабочие места, мы потеряем страну. И, к сожалению, вот по концу года произошло самое ужасное вот в этом смысле. То есть мы ломаем стратегию полностью. Вот проблема в том, что доходы банков слишком велики, именно поэтому возникает кризис. Но когда в конце года возник кризис, возникли проблемы, то росчерком пера Государственная Дума 1 000 000 000 000 рублей передает банкам. То есть мы керосином тушим тот пожар, который у нас возник. Потому что проблема-то как раз в том, что там денег очень много, необеспеченных. А мы деньги опять даем не в реальный сектор, а даем деньги в банки. Ну так это значит, у них капитал резко вырос, а у них же нормативы, они на этот капитал должны зарабатывать больше. Значит, они в следующем году должны заработать уже больше, потому что у них, во-первых, капитал резко увеличился, а ну, плюс, естественно, они-то знали, ведущие банки, о предстоящих метаморфозах с валютой, поэтому они давно уже сидели в валютных позициях. То есть они первое заработали на валюте, второе им еще, значит, собранные в стране налоги передали как бы им в помощь. Теперь у них, значит, денежная база резко выросла, а значит, в следующем году они получат еще большие доходы. А реальный сектор? А реальный сектор сегодня кредитуется в лучшем случае по 20-30%. А рентабельность, если 7%, то тогда как можно работать? Поэтому это действительно ситуация абсолютно аномальная. И она связана с тем, что нам пытаются вот дать какую-то рыбку вместо удочки. Удочка – это единственный вариант. Это развитие реального сектора и формирование добавленной стоимости. Чтобы посмотреть, как это делается, ну, можно посмотреть на опыт прошлого. Давайте вернемся, допустим, в 19 век. Дмитрий Иванович Менделеев в своей работе «С Думой о благе российском» приводит всю статистику цен в течение 100 лет. С 1795 по 1895 год. Цены на все товары неуклонно уменьшались и в среднем увеличились за 100 лет в 1,7 раза. Но вы представляете, какой рост собственной валюты и какие возможности удовлетворения там и пенсионных проблем, да, потому что человек оставлял какие-то деньги, а к моменту выхода на пенсию они стали в 1,5 раза большей покупательной способностью обладать. Так люди, уходя на пенсию, могли бы получать гораздо больше, чем они получали зарплату в свое время. Вот. Или второй пример. 1883 год. Создается крестьянский земельный банк. И вот давайте вслушаемся в эти цифры. Крестьянский земельный банк выдает кредиты на 34,5 года под 7,5% годовых. Но это вовсе не 7,5% годовых вот этих процентов, как сейчас. Это имеется в виду 7,5% человек платит в год, и за 34 года он погашает и тело кредита, и проценты по нему. То есть это запредельная цифра 7,5%, когда погашается и сам кредит, и погашаются проценты по кредиту. Ну и тогда, пожалуйста, вам результат. В 2013 году Россия производила зерна на 28% больше, чем Соединенные Штаты, Канада и Аргентина вместе взятые. Или возьмем с вами второй пример. Значит, кооператив маслодельческий Сибири. В начале века они начали работать, организовались как кооператив. И уже ближе там, к 2017 году объемы производства они увеличили по маслу в 100 раз. В 100 раз, понимаете, не на 5%, а в 100 раз. И Россия от продажи масла за рубеж получала от этого кооператива в 2 раза больше, чем от добычи золота Сибири. То есть вот в Сибири было два бизнеса, как добыча золота и производство масла. Так от производства масла валюта зарабатывалась в 2 раза больше, чем от добычи золота. Поэтому слишком
очевидно, что мы идем не тем путем. То есть то, что делает центральный банк, оно кроме изумления у нормального человека ничего вызывать не может. И когда я присутствовал на Московском экономическом форуме, то само название, в общем-то, об этом говорит, он назывался «Центральный банк. Друг или враг?». Вот. Ну, естественно, все участники форума там отвечали на этот вопрос однозначно, потому что все, что происходит с Центральным банком, это как бы абсолютно алогично. Но есть здесь сегодня разные толкования происходящих вопросов. И кто-то сегодня, ну, тоже правильно рассуждает, что была проведена операция, когда удалось кое-какие вопросы порешать. В частности, я не исключаю, что было искусственно спровоцировано падение цен на акции, скажем, наших сырьевых компаний. И тот, кто управляет этим процессом, кто владеет инсайдом, когда и что будет, то на пике падения можно было скупить эти акции и перевести ряд компаний в собственность России. Значит, есть и другие возможные положительные моменты вот при проведении таких операций, но все-таки я еще раз повторяю, что все это, включая и покупку акций по дешевке, там, так сказать, на наше государство и ряд других проблем, это все-таки рыбки, это рыбка. Это временная рыбка, она не решает стратегический вопрос, потому что мы ломаем удочку. Удочка, еще раз повторяю, это исключительно реальный сектор. Можно почитать вот работы Сталина, он очень многие вещи понимал, вот такого глобального, концептуального уровня значимости. И он как раз говорил о том, что поймут ли когда-нибудь западные экономисты, чем обеспечивается реальная стоимость денег. Она обеспечивается вовсе не золотом, он говорил, а тем реальным товаром, который запускается как бы в этой стране. Ну и то о том же самом, помните, говорит Пушкин. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Так вот, нам не нужно ни золота, ни доллара, если мы научимся выпускать свой простой продукт, но простой продукт с добавленной стоимостью. Продукт, который идет уже непосредственно на потребление, а не в качестве сырья, где потом на нашем сырье формируют рабочие места, создают добавленную стоимость. И теперь вот поподробнее все-таки о сути инварианта, чтобы мы понимали его функцию. Что такое денежная масса? И сколько вот вагонов, если угодно, нам нужно? И для чего они нужны? При функционировании государства решаются лишь три важнейшие задачи, для решения которых нужны деньги. Это личное потребление, это общественное потребление, или вот то, что мы покупаем через госзаказы, когда там, сказать, государство выступает заказчиком. И, наконец, сфера производства. Вот три базовых, значит, сферы применения денежной массы. Денежная масса нужна для того, чтобы удовлетворять личные потребности, общественные потребности, потребности государства и, наконец, производство. Значит, поэтому, если мы говорим о количестве денег, то оно, к сожалению, очень сложно увязать с энергоинвариантом, потому что там ведь входит энергоинвариант и КПД. И плюс энергоинвариант работает, одно дело, когда энергоинвариант работает только на сырье, и другое дело, когда энергоинвариант работает на глубокий передел. Да? То есть один с применением энергии выпускает сверхвысокую технологичную продукцию, а другой вырабатывает только сырье. Поэтому у них совершенно разные будут уровни дохода, будут уровни потребности денег. Поэтому правильнее было бы ориентироваться на денежную массу вот по этим трем показателям. Первое. Сколько нужно денег для удовлетворения демографически обусловленных потребностей человека. И дальше вот этот сектор
денежная масса определяется просто количеством людей, значит, в стране. Вот если у вас 300 миллионов человек, то, соответственно, 300 единиц денежной массы нужно. Если у вас 200 осталось, то 200 единиц. То есть на каждого человека, если по Конституции ему гарантируется, значит, жизнь, то он должен удовлетворять демографически обусловленные потребности. И такие потребности, они должны не долговыми деньгами обеспечиваться, а государство должно просто финансировать это. И это вовсе, вот то, что сейчас прорабатывает Швейцария, там, так сказать, это вовсе не мистика какая-то, вполне нормальное явление. Когда демографически обусловленные потребности, ну, мы посчитаем, скажем, 150 миллионов человек. Ну, условно говоря, вот сейчас минимум какой-то определен, но пусть это будет 10 тысяч рублей. Поэтому ежемесячно нужно на 150 миллионов человек по 10 тысяч, значит, имитировать денег, ну, не ежемесячно имитировать, а однажды имитировать, и каждому просто выдать в начале месяца, без каких бы то ни было обязательств его. Но эти деньги, они должны функционировать не более месяца. То есть сейчас это реально все с помощью электронных карт. Через месяц этот его счет обнуляется. То есть он в течение месяца обязан израсходовать эти деньги. Это деньги просто на текущее проживание. И вот такой заказ личного потребления, он тут же запускает сферу производства. Потому что сегодня у кого-то денег много, у кого-то их вообще нет. И непонятно вот, рынок потребления. А здесь будет жестко прописан и устойчивый рынок потребления. И получается сразу же схема запуска промышленного производства. Дальше. Если мы говорим о функционирование производства, то есть такое понятие функционально обусловленные уровни расходов предприятия. То есть вот как человек не может жить, если не удовлетворяется его демографически обусловленные потребности, так и предприятие не может жить, если не удовлетворяется его функционально обусловленные уровни расходов. Это что? Это зарплату нужно заплатить за электроэнергию, за воду, за свет, за газ, значит, за сырье. Если этого нет, то значит тогда предприятие не будет работать. Так вот, тоже здесь совершенно четкая, понятная картинка формируется, сколько нужно в этом секторе денег, вот тех самых вагонов, для того, чтобы удовлетворялись просто функциональные уровни, функционально обусловленные уровни расходов предприятия. И, наконец, вот обеспечение общественных потребностей и государства. Это школы, детские садики, больницы, армия, там, так сказать, это огромный, колоссальный госзаказ. Вот госзаказ, я еще, наверное, уже лет 15 назад, была такая очень серьезная статья, госзаказ как инструмент управления инвестиционным развитием государства. Представьте себе, что этот госзаказ мощнейший. Мы четко прописали на 5 лет вперед и говорим, что государство гарантирует закупки вот этого, 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 этого. Если бы у нас такой план появился, ну хотя бы на 5 лет, то тогда появилась бы возможность у нашей промышленности и у нашего бизнеса развиваться под этот заказ. Вот. И поэтому массу денег, ее нельзя увязывать с энергоинвариантом. Она должна быть увязана вот с этими реальными потребностями вот этих трех секторов. Теперь, допустим, вы запустили вот этот процесс. Ведь деньги нужно имитировать только однажды и насытить вот под эти запросы вот этих трех секторов, насытить это вагонами денежного обращения, просто чтобы работа пошла. Потому что деньги же там оборачиваются, они все вернутся. Вы дайте предприятию все для того, что ему нужно, а оно дальше выпустит товарную продукцию. И через эту товарную продукцию деньги вернутся. Чтобы обеспечивать устойчивость функционирования вот этой однажды грамотно запущенной системы, вот после этого нужен энергоинвариант. Почему он нужен? Потому что у вас, допустим, идет серьезное развитие. Вы начали развиваться энергично,
а денежная масса у вас отстает. Вот как, значит, понять колебания денежной массы, как привязать колебания, значит, происходящие в реальном секторе, как увязать с денежной массой? Вот здесь и нужен энергоинвариант. То есть для того, чтобы отследить, значит, как должна меняться денежная масса, нужно отслеживать количество потребляемой электроэнергии. КПД тоже будет работать, но КПД – это более инерционная штука. А вот, допустим, энергопотребление, не нужно никакого Росстата. Вы возьмите и посмотрите, сколько потребил ваш город электроэнергии в этом году и сколько в следующем. И вы с очень высокой точностью скажете, как изменились объемы производства. А это будет один в один. И именно только для этого, для обеспечения стабильности финансового обращения, нужен энергоинвариант. Потому что в противном случае пойдут колебания. Но колебания – это и есть суть нынешнего экономического механизма. Он построен исключительно на спекуляциях, падениях и росте. То есть, ну, все биржи, все, что сегодня мы называем экономикой, оно построено только вот на этих скачках. Нет скачков, какая же биржа тогда? И если вы добились устойчивого положения вашего рубля, отвалятся все валютные спекулянты. Если вы обеспечили устойчивое развитие предприятия, отвалятся все спекулянты на акциях, потому что цена акций будет стабильна, устойчивая, она не будет меняться годами за счет того, что вы включите энергоинвариант в расчет денежной массы. Поэтому энергоинвариант – очень важная характеристика, но она вторичная по отношению к денежной массе. Что такое энергоинвариант и что такое вообще деньги? Вот ведь сейчас проблема, говорят, что да, вот как бы все у нас хорошо, у нас все есть, но нет денег. Так вот я хочу сказать, что это абсолютная абракадабра смысловая для государства, которое является суверенным. У суверенного государства просто по определению не может не хватать денег. Потому что кровь экономики, еще раз повторяю, это не деньги, а это ресурсы и товарные потоки. То есть если у вас сырье есть, есть электроэнергия, есть земля, есть рабочие руки, есть потребность, то тогда у вас все есть. Деньги – это отраженный свет того, что у вас есть в реалии. Если у вас все есть, то деньги просто напечатать нужно, потому что деньги – это информация на бумажных или электронных носителях. Если у вас нет денег, нажмите клавишу на компьютере, они у вас появятся. Только этим должно заниматься казначейство и банк, не тот, который мы сегодня имеем, как филиал Федеральной резервной системы, а банк как бы государственный. Вот. Я для примера вам, может быть, приведу тоже цифры далекого прошлого. Вспомним 1930 год. Вот Сталин, который понимал, что такое реальный продукт и что такое деньги, он в 30-м году одномоментно запустил 1500 строек, ну таких как Днепрогэс, как тракторные заводы, как авиационные предприятия. В течение 5 лет были созданы с нуля авиационная промышленность, автомобильная промышленность, значит, электроэнергетика, машиностроение и все остальное. В течение 5 лет 1500 заводов были запущены одномоментно. Что, не было денег, Сталин бы сказал, я бы запустил, но нет денег. Он понимал, что деньги-то это бумага. Какие деньги? У нас все есть. Была земля, были рабочие руки, было сырье. И он прекрасно справился с этой задачей. И к 40-му году Сталином, вот таких как Магнитка, Днепрогресс, тракторные заводы, КАМАЗ и прочее, вот такого масштаба, было построено 9000 предприятий. Это пример того, что может произойти, если мы поймем абсурдность наших взглядов на экономику. Когда главное деньги, а все остальное это ерунда. Это я вот тоже часто привожу этот пример с Козьмой Прудковым, который, вот, на мой взгляд, как раз аналогию эту проводил. Что такое деньги? Это отраженный свет возможности реального сектора. Что такое Луна?
и свечение Луны, это отраженный свет Солнца, да, то есть Луна-то не светит и не греет, она просто отражает солнечный свет. Точно так же вот деньги должны отражать свет реального сектора. Поэтому Козьма Прутко задает вопрос, а что для человека важнее, Солнце или Луна? И сам же отвечает, ну, конечно же, Луна. Солнце светит днем, когда и так светло, а Луна по ночам, когда темно. Вот в нашей логике сегодня абсолютно точно так же. Что для человека важнее? Ну, конечно, деньги. Это-то что? Это ерунда, все, вот деньги. Да деньги, это же отраженный свет наших возможностей. А мы привязали себя к доллару, влезли в эту петлю, и теперь ходим, страдаем. Ой, у нас нет денег, у нас нет денег. Это вот абсолютная нелепость, но преодоление стереотипов, господствующих в обществе, это самый сложный процесс. Это точно так же, как во времена Коперника вышел бы президент и сказал, ну или там царь того времени, император, сказал бы, вы знаете, солнце не вращается вокруг Земли. Но я думаю, что он перестал бы быть императором. После этого его сочли бы за сумасшедшего. То есть это удел не президентов и не императоров, это удел Коперников говорить о таких вещах в экономике сегодня. Ну и, конечно же, все происходящее, я бы, вот еще раз говорю, вот с таких позиций простых, это выглядит как полный абсурд. То есть абсурд от начала до конца. Сумасшествие просто. Полное сумасшествие причем. Но проблема в том, что мир очень сложен. И есть некоторые процессы, как я еще раз говорил, которые нельзя трогать, потому что просто начнется мировая война. Я думаю, наш президент это прекрасно понимает. Поэтому в моем понимании вот все происходящее можно и не считать абсурдом, если владеть более широкой информацией, которой, к примеру, у меня просто нет. Но я сегодня тоже наблюдаю некие глобальные процессы и глобальные явления. То есть, если речь идет о обрушении долларовой пирамиды, то тогда все происходящее можно понимать совершенно иначе. То есть, возможно, проведение неких отвлекающих маневров в русле вот как бы библейской концепции, в русле долларовой зависимости, чтобы показать свою лояльность, одновременно готовя некие глобальные процессы, когда произойдет обрушение евро-долларовой пирамиды в целом, и мир перейдет на новую систему денежного обращения, опираясь прежде всего на возможности стран-членов БРИКС. Не будем забывать, что в 2014 году создан банк БРИКС, и здесь возможны такие глобальные метаморфозы. Если они реально готовятся, то тогда вот все происходящее можно рассматривать как такой отвлекающий маневр. И иногда мне кажется, что, может быть, такая мысль имеет право на существование. По крайней мере, меня, в общем-то, в этом смысле, может быть, радует то, что сегодня, к примеру, по моим данным, все европейские страны возвращают золото в свои страны. Это говорит о том, что они не верят в будущее евро, что евро может как бы прекратить свое существование. А тогда нужно будет иметь как минимум наличное золото в стране, чтобы вот запускать систему денежного обращения в каждой стране самостоятельную. То есть такие варианты вполне возможны. В Европе вот один из моих знакомых работает, он уже порядка там принимал участие в 15 городах Европы, он это он лично, хотя таких городов гораздо больше, где вводилась собственная валюта в городах. Этот процесс в Европе идет очень активно. Причем некоторые, значит, валюты такие достаточно любопытны, но я приведу, например, пример с брестольским фунтом. Брестольский фунт вот в Великобритании запущен так, что его можно заработать только на каких-то работах, связанных с экологией, с благоустройством города. И потом только за эти фунты есть отдельные магазины, где
очень высококачественная, экологически чистая продукция продается. Вот. То есть вот, много таких косвенных и прямых свидетельств того, что возможны глобальные трансформации кредитно-финансовой системы мировой. И тогда, еще раз повторюсь, в этой обстановке то, что происходит сегодня, нужно рассматривать как отвлекающий момент. И, конечно же, чтобы вернуть суверенитет нашему государству, нужно начать с кредитно-финансовой системы. Потому что кредитно-финансовая система – это инструмент, это и есть инструмент увязки всего промышленного комплекса и инструмент управления страной. И если этот инструмент находится в чужих руках, то тогда говорить о суверенитете невозможно. А мы вспомним, наверное, слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который очень точно сказал, что Россия особая страна, она либо будет суверенной, либо ее не будет вообще. А основа суверенитета – это денежная система, потому что вот когда мы говорим о формировании цивилизационной общности, то мы прекрасно помним, что такое цивилизационная общность и как формировалась Русь как цивилизация. Это прежде всего единые деньги, это прежде всего единая система мер и единый язык. И деньги – это звено номер один, но это должны быть наши собственные деньги. Сегодня рубль у нас де-факто – это что такое? Это квитанция на право получить деньги, то есть рубль у нас не деньги. Если вы, у нас деньги – это доллар, а рубль – это вы получаете квитанцию, которая позволяет вам купить деньги. Вот и все. А нужно выпускать собственные деньги. Но для того, чтобы выпускать собственные деньги, они должны иметь обеспечение. Какое обеспечение? Товарное. Но сегодня весь наш товар, он обеспечивает не рубль, а он обеспечивает доллар. Потому что все наши нефть, газ, лес, они продаются за что? Они продаются за доллары. Поэтому доллар и обеспечивается нашим товаром. Доллар и является нашими истинными деньгами. Это решается вовсе не на баррикадах и не на площадях. Это решается в тиши кабинетов и потом выносится на всенародное обсуждение. Но не надо торопить события, потому что, еще раз говорю, мир очень непрост. И мир реально стоит на пороге мировой войны. Потому что всегда за всю историю существования человечества вот такие кризисы, которые обозначили сегодня, они всегда списывались только одним способом, с помощью мировой войны. Просто других пока способов нет. Но сейчас вот с учетом смены логики социального поведения, с учетом наличия термоядерного оружия, вот, наверное, мир стоит на пороге все-таки изменения вот этих глобальных схем. А помимо, конечно, банка, понятно, что основой вот таких кризисов является процент на деньги, потому что, ну, вы, наверное, прекрасно помните ту же книгу, скажем, Маргарет Кеннеди, когда она говорит, что если бы вы положили там 1 цент во время рождения Христа под 4% годовых, то если бы не было войн и все шло спокойно, то вы сейчас стали бы уже обладателем, там, я не знаю, к 700-му году, там расчеты есть, уже золотой шар размером с земной шар. Да, вот у вас столько накопилось, даже там экспонента. Вот, поэтому как только вы включили процент, так вопрос обрушения экономики – это просто вопрос времени. Или это пройдет 10 лет, как у нас сейчас при нашем проценте, или пройдет 70 лет, как было в Советском Союзе, когда 3% это 7, примерно 70 лет можно выставить. Но нет никаких иных схем выхода из этого кризиса, кроме вот до этого применявшихся таких войн, которые все списывали, и опять все начиналось сначала. Вот такие вот, значит, периоды, значит, в зависимости от величины судного процента, вот шли рваные куски истории, значит, стран и народов. Есть такой график по годам. Черная полоса – это экономические кризисы, а белая полоса – это отсутствие экономических кризисов. Но там четко они примерно по количеству черного и белого, они примерно одинаковая получается шкала. Это связано исключительно со судным процентом. Поэтому нужно не только перейти к собственным деньгам, но важно еще перейти к беспроцентным деньгам. По принципу, еще раз говорю, вагонов.
за простой, которых нужно платить. Если ты взял деньги и не пользующийся ими, то будь любезен заплатить за это.